Всем привет, друзья! Вот я и в лавре. Специально для вас снимаю. Всякие интересности, всякие новости. Поехали! Это главное. Парк. Ну и здесь уже начинаются чудеса. Это, конечно, коммуникации, но вот тут-то камни под зданием, под древним. Так, друзья, теперь давайте идем дальше. Ключевые сейчас. Точки сейчас пройдем, ключевые, да? Вот тут еще. Ну, тут у меня, в принципе, снято. Вот в этой вот раскопочной. Тоже копают. Времени не так много. Трапезный храм, кстати, тоже есть засыпанный, особенно галерея. Успенский собор тоже очень сильно засыпан, углублен там. Друзья, ни для кого не секрет, что монетизация в России давно отключена. Мой канал существует на ваши пожертвования. Если вы хотите, чтобы видео продолжали выходить на YouTube, поддержите канал монеткой. Для желающих поддержать автора и развитие канала, реквизиты сейчас на экране, а также в описании под видео. Ваша помощь – это сильная мотивация. Заранее благодарю. Вот, друзья, немножко здесь еще поснимаю. Это лавра. Что это тут горело, что ли, что-то? Ну, здесь, конечно, одна глина. Какие-то кирпичи там торчат и все. А камень еще, да? Камень. Там откопали. И вода. Там вот копают, здесь у храма, и там вот. Вот туда идем. И попутно еще здесь подснимем. Надо вам напомнить, что тоже
отмостка, видите, какая? Ливневка. А там наверняка тоже под ней много чего. Это все, конечно, закрыли. Молодцы. Еще. Вот смотрите, как все спрятали от нас. Идем туда. Так, момент истины. С этой стороны. Интересное строение, да? И там копают тоже. Кстати, вдали. Туда я не пойду. Так, теперь, друзья мои, основная часть — это здесь. Чтобы вам все показать, что здесь у нас, видите, и кладка древняя, и дерево, и вон там что-то похожее на горевшее. А воды-то сколько? И камни. Кирпичи. Вот это точно старая складка, видите? Там еще и раствор какой-то. Или белый камень. Ладно, идем отсюда. Это я вот там был. А тут, кстати, камушки. Вот они, камушки. Ну и белый камень тоже вот он. Брусчатку сняли. И там 1-2 метра точно откопали. Что? Отлично, друзья. Я снял, что хотел. Ну,
кирпичные. Короче, тут копают. И дальше, скорее всего, тоже. Ну, там определенно кладка. Смотрите, вот она. Здесь, конечно, подрезать кое-какие моменты. Но в основном, в принципе, миссия выполнена. Да, друзья, здесь у нас также копают. Продолжают дальше строительные работы. Со стороны так это выглядит. Довольно большое место у надуратного храма. Тут все засыпано. Машин много вообще. Постоянно носится туда-сюда. А мы пройдемся немножко с другой стороны, наверное, с этой. Там, в принципе, дальше ничего нет. Есть рядом с Уточей башни, там что-то копали. Ну и с другой стороны, со стороны Москвы, подъезда, подхода, так скажем. Там с той стороны тоже. Уровень здесь пляшет. Брусчатка гуляет. Сейчас вот туда пройдем с вами. Самая главная программа — показать ключевые точки, которые в тот раз особенно я не смог снять. Программа максимум выполнена, что мне было надо. Какие тут раскопки или коммуникации делают в храме, в лавре. Это все уже здесь сделали. Даже есть немножко видео вот из этого места. Сможем с вами зайти вот сюда. Это, по-моему, Смоленский храм. Такого барочного плана. Смотрите. Вот, и мне нужно сюда зайти. Отсюда хочу показать. Смотрите. Там еще что-то происходит, по всей видимости. Да, кстати, если будет смотреть Сергей из посада, сразу заранее извиняюсь, что тебе не сообщил, потому что сам здесь был практически проездом, спонтанно вообще. Мне потому что вечером надо на работу. Сейчас просто снимаю и автовокзал. Да, кстати, еще один момент. Вот здесь вот, где палаты, тоже все копают. Еще одно место, но туда я не пойду. Думаю, да, не надо туда идти. Что еще интересно? Ну, все перекрыли. Все перекрыли. Раньше можно было вокруг обойти. Все перекрыли. Все закрыли от нас. Мы люди простые. Приходим и смотрим, что нам интересно.
Здесь тоже что-то копают, по всей видимости. Ну, что-то прямо жестко перекрыли. Ну, как же не поснимать вот это. Ну, кстати, с этой стороны я не был еще ни разу. Не смотрел, что это за такие таблички здесь. Если что увидите, то напишите. Да, хорошо бы их почитать. Хорошо бы их почитать. Колокольня. Да, и еще один момент. Раз уж я здесь, сейчас уже побегу по делам. В общем, здесь, друзья, есть плиты, вот эти надгробия, древние, ведические. И обнаружились, ну, тут уже старые, которые здесь были. А вот эти, в прошлый раз, когда я был, когда я сказал, что снимал, это вот очищал тут кто-то. Думаю, возможно, что даже археолог работал, потому что он это так конкретно очищал, это, наверное, откопал. Именно там, где мы были с вами. Расколотые. А это вообще все счищено. Даже ничего не осталось. Ну и вот эти. Эти я не знаю, читал или нет. Потом. Сейчас времени нет. Просто зафиксирую и почитаю. Ну, здесь вообще нацарапали кое-как. По-моему, я эти даже не видел. Посмотрите, какой интересный фрактал. Ну вот и пойдемте тогда на выход от Седова. Здесь, кстати, крипта Успенского собора. Там тоже все заглублено. Здесь какие-то коммуникации. И огромная плита такая. Вот она. Я ее уже читал. Идем обратно. Там как мне уже пора. Материалы сняты прилично таки, как я и предполагал. Там еще что-то делают справа. Друзья, решил завершить видео здесь. Новая информация, да, новые тайны. О, интрига. Ваш бессменный репортер с таких интересных мест. Прошу любить и жаловать. Добыча интересной информации прямо с места событий. Ну что ж, друзья, я надеюсь, вам как всегда понравилось. А если так, то ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Также на телеграм-канал и на мои соцсети. Все в описании. Реквизиты доната обновлены. Они сейчас перед вами на экране. Остаемся на связи.